жеванный крот. Гляньте, красота. Пирожку сам вчера забацал. С горошком, с говяжьими сарделечками. Друг из Беларуси борщ привез. Его жена сама закатывает банки. Он мне привез. Говорит, что тебе еще, можешь сало привезти? Я говорю, ну да, привези, блин, классно. Он говорит, домашнее, говорит. Он говорит, я говорю, ну, небольшой кусочек привези. Ля, ля, привез. Вот моя рука, вот, бля, привез подошву на 700 килограмм. Ну, от души, братуха, блин, спасибо, Артемка. Чесночок, солюшка русская, хлебушек, полированем гранат. Прямой уже написано. А знаете, хочу вот так вот сделать. Взять сливки и в борщец вот так вот. Опа! Ля, какова красота. Можжевеловые жопы. Ух, Венкрусь, Беларусь, а? Все, не могу. Поехали, типа точим. Матушка роща. Здорово, народ! Борщик. Класс. Из Беларуси. Сальцо домашнее из Беларуси. Всем приятного аппетиту. Поехали, типа точим. Ой, подошва вкусная. Мясо белого медведя. Нихао, подошва. Ты твою ж налево, а. Молодой чесночок. Борщец очень похож на свекольник. Очень много свеклы. Ой. Привет, окно. Маленькое окно в идеальный мир. Привет, идеальный мир, идеальные люди. Передаю вам привет. Не очень идеальный юрец. Я тоже человек. Могу и прибухнуть, и на стриме всякой чуши говорить. А что я там оправдываюсь? Похуй мне. Ну не похуй на людей, которые меня смотрят давно, знают, понимают. По большому счету, парень-то неплохой, только сытый и глухой. Как одна там, так устала от одиночества. Ну, то, что характер сволочной, вот и одинокая. И говорит, нашла там какого-то. Не сыться и ладно. Тебя сам самому смешно стало. Потому что я недавно обоссался, блядь. Короче, опять у меня каверзный случай произошел сегодня. Что-то бегаю туда-сюда, работаю. Встал, стою там, где ворота. И так что-то мне приспичило жигануть, блин. Думаю, сейчас тапку нажму, Жигули никак газанет. И так с душой и любовью, с басом таким, с протяжечкой и концовочкой. И из-под угла девчонка выходит, лыбится, вот так вот закрыла лицо. На меня смотрит. Сука, мне сначала в секунду как-то немного даже стыдно стало, а потом похуй, я человеку поднял настроение. И у самого поднялось настроение. Ну, поржали, короче. Ну, короче, к этой жизни надо относиться с юмором. Иначе фляга так засвистит, что просто ты не вынесешь это все, не вывезешь. Депрессия тебя съест, нахрен сожрет. У тебя вообще появятся мысли о самоубийстве, блин.
ко всему относиться как-то попроще. А главное, с юмором. Ну, допустим, вечером. Ну, не встал, у тебя вы вместе похохотали и баньки, да? Не мое выражение, но я с этим согласен. В следующий раз встанет. То есть не нужно зацикливаться на каких-то вещах, гонять там какие-то мысли в голове вечером. Говорит, мысли гоняю, не могу уснуть. Либо отпусти ты эту ситуацию, либо старайся как-то с юморком подходить. Мне очень жалко тех людей, у которых чувство юмора полностью отсутствует. В хорошем смысле слова жалко то, что... Вот я встречаю иногда таких людей. Вот ты что-то шутканул, а там вообще шутка не дошла, даже отчета о доставке нет. Я говорю, жадно, хочешь, говорю, шутку дня? Давай, я говорю, жадная гусеница запуталась в яблоке и укусила себя за жопу. И ржу. Рубля. Блин, вообще кайф. Со сливками бомба. Стоит такой, куда смеяться? Я, куда, говорю, деньги скидывать на лечение? Чтобы тебе юморок чуть-чуть подстегнули. О, какова красота, а? Сальцо. Блин, не знаю, вот это писюны вот эти чистить, нет, от презиков. Или можно. Блин, вспомнил анекдот. Два чукчи, короче, решили поехать в Москву. Ну, поехали. Блин, а давай, короче, проститутку снимем. Давно мечтал. Ну, давай. Сняли, зашли в номер. Она говорит, надо это, презервативы надеть. На писюны. А то я забеременею. И рожу, блин. Ну, тыр-пыр, 8 дыр. Сделали свое дело, уехали домой. Через месяц в тайге встречаются. Один другого спрашивает. Ну что, как у тебя там? Он говорит, у меня уже посинел. А у тебя? У меня почернел. Слушай, блин, однако. Давай снимем, пускай рожает. И знаете, еще с чего угораю? Мне в интернете попалось, короче, суд, короче, этого Джонни Деппа и этой Эмбер Какашки. И там Аквамен якобы, ну, по видео, якобы присутствовал в суде. И как он ржет, это просто вообще. Чего-нибудь шутканет и сам такой, ну не смел, просто орет, реально, ор дикий, блядь. Я хожу теперь как дурак, так же ору, блядь. Вот за всеми повторяю, блин. Не могу ничего своего придумать. Ой, блин. Ничего выкид это Иисуса, блин, алкаш. Пюрешка нежнейшая, блин. Сливочное масло. Сливки. Гранатовый. А чё, чпока почти не было. Добрый вечер. Значит, уйди. Я знаю, что ты волшебная, но... Гарри, возьмите палочку. Гарри Потарян, оказывается, армянин-то. Опять я какой-то бред несу, блин. Ладно. Ну, я... Это юмор у меня такой. Ну, извиняйтесь, если что не так. В общем и целом, короче, относитесь к этой жизни. Ну, слишком, ну, серьезно, ну, блин. Ну, будьте как дети, вот честно. Вчера, вот мужики, вот я не люблю мужиков, которые вот взрослые мужики, детство в жопе играет. Я, говоря эти слова, отобрал у них мячик, вот этот розовый попрыгунчик, я говорю, подавай нахуй. Как-то вот, может быть, вот так. Вроде серьезные, но будьте как дети, потому что, ну блин, второй жизни не будет. Кайфуйте сейчас. Старайтесь хотя бы в ту сторону смотреть, где кайф. Ну, я про тот кайф, что нормальный кайф, а не вот эти... пицца с солями, не с этими солями, блядь, сука, что-то понесло меня,
пожелание. И не переживайте вы ни за что. Самое главное, это вот как июшечка на торте. Не вишенка, а июшечка. За вас, мои хорошие. Блин, кайф. Гранатовый — это тема. Так, ну что, попробуем с презиком. Натуре, как будто это гандон втрепал с кипятком. Да, все мы не идеальные. И невозможно, блин, просто ходить как дурак, улыбаться, со всего орать. Я понимаю. Я тоже. Бывает, что-то как начнешь думки гонять. Но я хотя бы стараюсь плохие мысли из головы выбрасывать. День-два лучше отходить, иначе депрессия затянет. Как бы плохо там ни было, надо стараться, короче, идти к позитиву. Тара-тара, таворото. Очень вкусное пюре. Когда-нибудь у меня появится девушка, которая меня полюбит. Наверное, полюбит. Я так хочу для нее что-нибудь приготовить вкусненькое. Вот то, что я вот пюрешечку, котлеточки, борщик там. Накормлю ее до отвала. С такой душой, с такой любовью буду готовить, что она потекет и скажет: Юра, я твоя навеки. Люблю, не могу, сапоги куплю. Так, ладно. Ой. Честно, я что-то уже наелся, не доем. Что-то настроение такое хорошее. Борщиком еще так со сливками, блин, не мотай-ка, мотаю голова и что-то. Ой, спасибо большое. И не переживайте ни за что, буду повторять всегда. За ваше здоровье. Фух, волну позитива вам, хорошего настроения. Вот прям вот. Чтобы все было хорошо у вас. И крепкого-крепкого здоровья. Как бы там ни было. Желаю, чтобы все было у вас хорошо. С вами был Юрец. До новых встреч. Пока.